Вот, уважаемые дамы и господа, видите, как ведет себя свеча, свеча Иерусалимская. Я сам лично освещал ее в Иерусалиме. Мы занимаемся тем, что прожигаем человека с молитвами-заговорами, на свечу накручены молитвы-заговоры. Ну и еще во время работы я периодически подсчитываю их. Взгляните, сколько черноты, копоти. Любое такое проявление, оно характерно для порч, сглазов, проклятий, венцов безбрачия, печати, одиночества. Взгляните, сколько грязи. Надо отдать должное, здесь уже воск у нас идет более светлый. Это не первый сеанс работы, и здесь уже видна положительная динамика. Так что... боритесь со злом, Бог вам в помощь.